Здравствуйте, уважаемые гости моего канала. Мы продолжаем рассматривать кратко термины и понятия хобби, как правило, охота и рыбалка. Термин 69-й. Кукан. Кукан относится к рыбалке. Это понятие рыбацкое. Определение кукана. Это приспособление для сохранения и переноса выловленной рыбы. Он представляет собой прочный шнур или леску, или даже кусок тонкой проволоки. Ну, как правило, это чаще всего это толстая леска с петлей проволочной или даже деревянным брусиком на конце. Даже простая палка на конце, чтобы ограничивать сход рыбы с этой лески. Пойманную крупную и среднюю рыбу мы осторожно снимаем с крючка и сажаем на кукан. Для этого леска продевается в отверстие, сделанное ножом в мягкой ткани рта рыбы, около нижней челюсти. И рыба осторожно опускается в воду. Верхний конец шнура на берегу прикрепляют к вбитому в берег колышку, а в лодке подвязывают к фалу весельной уключения или к специальной держалке. Вот. Можно и не протыкать мягкие ткани рта рыбы, а пропускать леску или шнур через ротовую полость и далее через жабры. Вот. Схода рыбы тоже с такого кукана, с такого способа не будет. Ну, рыба, конечно, может самостоятельно уже пораниться в данном случае. Некоторые рыболовы сооружают простейшие куканы. И это они делают так. К нижнему концу шнура привязывают палочку. С ее помощью продевают под жабры рыбы шнур, а затем опускают ее в воду. Это ошибка. Рыба с веревкой под жабрами быстро засыпает и портится. Надо стремиться не допустить повреждения кровеносных сосудов во рту рыбы, около языка и жабр. Если же крючок с приманкой прошел вглубь пищевода, надо отрезать поводок, не вынимая крючка. Рыба сохранит свою жизнеспособность. В жаркие солнечные дни рыба сохраняется на кукане даже лучше, если она опущена поближе ко дну. Для этого к кукану подвязывают небольшой груз. Сейчас созданы технологические приспособления, которые заменяют классический кукан, но название сохраняется. Кукан также очень важен подводному охотнику. Он нужен для удержания добытой рыбы и продолжения охоты, подводной охоты. Крепится он обычно к поясу. Иногда в случае поимки крупной рыбы, либо охоты в местах с опасностью атаки крупных хищников, кукан закрепляется на буе. Спасибо за внимание. Следующее понятие будет посвящено термину лагуна, то есть мелководный залив. До свидания.